Здравствуйте, дорогие огородники, гости и подписчики моего канала. Сегодня буду пикировать томаты. Томаты после всходов 12 дней. У них уже появилась первая пара настоящих листиков. И в этот момент, примерно через 10-14 дней после всходов, я всегда пикирую томаты. Сеяла томаты в стаканчиках. В стаканчике каждый сорт, вот примерно по 5-6 растений. И посмотрите, все сорта различаются. Здесь вот сорт вот с таким видно, что как томатным листом. Здесь сорт видно с картофельным листиком. Видите, такой неразрезной. А вот эти вот тоже в одно время посеянные томаты. Это черики. И смотрите, они еще не вытянулись. Поэтому все сорта развиваются по-разному. Вот эти томаты я буду пикировать чуть попозже. А вот эти крупноплодные уже, индетерминантные, уже пора распикировать в отдельные стаканчики. И перед пикировкой я поливаю грунт слегка, чтобы он был умеренно влажный. И вот весь ком земли извлекаю из стаканчика. И очень удобно при таком способе посева разделять томаты. И теперь разделяю растения поштучно. И смотрите, вот такой вот длинненький корешок. И каждый корешок, вот кончик я отрываю, чтобы он был примерно 4-5 сантиметров. И вот такие вот растения буду пикировать. У томатов явно выраженный вот идет длинный стержневой корешок, который нужно немножко прищипнуть. И приступаю к посадке. Я разместила томаты по стаканчикам. Смотрите, я специально не насыпала землю доверха, чтобы заглубить томаты до семидольных листиков. Сажаю томаты в литровые стаканчики сразу. Именно в таком объеме у них вырастает хорошая корневая. И теперь засыпаю, придерживая вот столики прямо, засыпаю растения легким рыхлым грунтом. Засыпаю томатики до семидольных листочков. Еще можно со временем подсыпать томаты, как они подтянутся. И после посадки поливаю. Здесь у меня корневин плюс глиокладин от корневых гнилей. И поливаю растения вокруг. Хорошо увлажняю ком земли. Если он подсядет, дополняю грунт. И первое время держу томатики при рассеянном освещении, чтобы они не увяли.